Ну, я усну за компьютером. Вот как это будет. Мужик, дай я тебе покажу, что такое боль. Держи. Парни, это по читам и без оверчаржа. Ну, чтобы вы отстреливали хоть на секунду. Но у меня тоже, как видите, нормально заходит. Ой, блядь! Щит закончился, повесился Amplify и чисто на пол хп дозу ударил. Ну, вот так. На дузу, да. Парни, это по читам, чтобы вы отстреливали. Это без щита. А, нет, это, видите, плюс 24% еще у чела. Мелштор, ну ха-ха-ха-ха. Да за шо? Я что-то еще не... Я ж нажал релокейте. Че, вот этот сайлент сбивает мне релокейт? Разве? Где это видано? Алло, ебаный, вы видели, как мне повезло? Найс чайный. Ну, парни, ну как повезло? Как бы рассчитано, вы ебанулись. Какие дэмэдж, мужик, наслаждайся. Но я рисковал, потому что у чела там тос был. Если чё, мужик, на джиггернауте, у тебя ульт кидаешься 70 секунд. Не стесняйся его давать. Парни, у меня нет хила, у вас есть хил мне? А, есть вард. Всё, заебись. Can you ulti? Can you ulti? Juggernaut, can you ulti? Алло, ебанат. Я в ахуе, если честно, с этого ульта. Я не выкупаю, почему так много урона зашло, да ладно. Найс, тизер порвал, мужик. Добрый вечер. Это не хотя бы. А, я понял, с чего так много урона заходит. У чела дедалось без батлфири. И он меня критует по КД. Неловко. Сейвова. Типа, пикает агрессивных героев и играет сейвова. Я вообще не выкупаю логики. По 428 бил, чтобы вы понимали. Пангольера. Теперь они могут пойти в трон, чисто. Первая, вторая позиция без байбеков, которые дэмэдж наносит. Больше там никто дэмэдж не наносит. И челы решают после мега-крипов в трон пойти. Неплохо, я думал отойдем. Доброшанчик, вот эти приколы. Но это вроде бы как рофл, но стример очень серьезно отвечает на вопрос про буза топ-1. Рофл? Ну хз. А сколько рофл? Я же делал топ-1.